Почти 20 лет в календаре соревнований Ульяновской области. Традиционный турнир в памяти известного наставника Анатолия Печенегова бьет рекорды. Эти межрегиональные соревнования – своеобразный долгожитель, который ежегодно в конце ноября собирает более 300 участников. Конечно, хотелось бы больше. У нас было раньше больше, но мы сейчас ограничили количество участников из-за того, что спортивное сооружение не может вместить в себя столько народу. Главная традиция Печенеговского мемориала – состязание проходит исключительно в бассейне «Торпедо». Именно здесь долгие годы работал сам Анатолий Печенегов. Он воспитал множество мастеров спорта и международников, которые были лидерами не только в областной команде, но даже в сборной России. При этом многие воспитанники Печенегова пошли по его стопам и стали тренерами. Это память о нем, это уважение к его работе, к его достижениям. Они дают нам возможность, дают силу организовывать эти соревнования. И на наше приглашение многие регионы, близлежащие регионы наших, которые рядом с Ульяновском, они с удовольствием откликаются. 100 и 200 метров всеми способами плавания. Это программа мемориала Печенегова. За награды соревнований борются более 300 участников из десятка регионов России. Победители выявляют в трех возрастных группах, но не старше 14 лет. Чаще других на церемонии награждения звучат фамилии воспитанников школы плавания города Заречный Пензенской области. У нас небольшой город, секций не так много, и поэтому очень многие ходят в плавание. Кроме того, у нас очень профессиональные тренера. Мы очень много тренируемся и работаем. Впрочем, и хозяева соревнований ульяновцы не отбывают номер. В родных стенах бассейна «Торпедо» они тоже показывают высокие результаты. В итоге два десятка ульяновских спортсменов поднимаются на верхнюю ступень пьедестала почета. Еще 20 представителей сборной региона стали призерами мемориала Печенегова, который на будущий год пройдет в юбилейный 20-й раз. Михаил Сашанский, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды.